за пояс WF. Ну и, собственно, да, победил Сайтиев с минимальным преимуществом. А мы переходим к следующему бою. Будем надеяться, что он окажется куда интереснее. Санджар Ажибаев против Дильмурода Акбарова. Бой за пояс турнира WF Pro Fight. В синем углу боец весовой категории 71 килограмм. Его рост составляет 176 сантиметров. Ваши будут аплодисменты. Команда «Мангус», тренер Тугизбаев Мансур. Встречаем. 5 раундов по 5 минут. Акбаров! Тимуров! И его соперник, весовой категории 71 килограмм, рост 179 сантиметров. Чемпион Кыргызской республики по греко-римской борьбе 2009. Профессиональный рекорд. 5 побед, 2 победы и 0 поражения. Мастер спорта по ММА. Команда M-Fighter, тренер Саян Аббасов. Уроженец Майлусу. Встречаем. Сапсан Ажибаев Санджар! Бойцы в середину. Бойцы профессионалы. Удары заключаются, затылок, область позвоночника. Шоты свету не впадаем. Слушаем мою команду. Удачи в эту сторону. Ну и первый пятираундовый поединок этого вечера. Собственно, вы все слышали сами. Санджар Ажибаев против Дильмурода Акбарова. А не прямо сейчас Санджар идет в атаку. Он в черных трусах. А в свою очередь Акбаров в наляпистах, таких военных. Ну, по крайней мере, в такой расцветке. Ну и сразу же перевели дело в партер оба. Тут, наверное, опыта у Ажибаева чуть побольше. Является он мастером спорта по греко-римской борьбе. Является чемпионом Кыргызстана в этом виде спорта. В отличный захват поймал. Мы видели в одном поединке, как все закончилось. И сейчас действительно Ажибаев Санджар сметает своего оппонента буквально за минуту. Поймал на болевой руку оппонента. Ну и вот, вот, вот это действительно шоу. Взбадривает публику, требует внимания к себе. Отличная победа. Браво, Ажибаев Санджар. Поздравляем его с этим достижением. Разобрался очень быстро и очень зрелищно. Об этом бою. В первом раунде за 48 секунд удушающим приемом победу одержал Ажибаев Сапсан Санджар. Ну и действительно заслуживает своего прозвища Санджар, прозвище Сапсан. Я не знаю, с каким смыслом. 2018 WF Pro Fight. С каким умыслом брал он себе это прозвище, но как, собственно, и Сапсан, очень быстро умеет делать дела этот парень. Ну и вот, собственно, награждается чемпионским поясом турнира WF Pro Fight Джалалабад, с чем мы его поздравляем. Бой, казалось бы, пятираундовый, но закончился очень быстро, памятный, соответственно. Памятные фотографии. И мы переходим к следующему супербою.